Татьяна Тарасова прокомментировала секси-снимки Евгении Медведевой, которые потрясли общественность. По мнению тренера, спортсменка имеет право на такие фотосессии. Новая обложка журнала «Максим» вызвала немало дискуссий, ведь ее героиней стала Евгения Медведева. Фото в красном комплекте нижнего белья выглядело в меру откровенным, но некоторые пользователи сети все равно остались недовольны. По их мнению, фигуристке не стоило раздеваться для глянца. А вот Татьяна Тарасова придерживается совершенно иной точки зрения. Тренер считает, что российским фигуристкам нечего стесняться. «Я не видела фотографии и ничего не могу сказать. Она что, голая там? Нет? Тогда прекрасно к этому отношусь. Почему бы и нет? Спросите у тренера Жени. Главное, чтобы ей понравилось. Что такого там Женя показала, что нельзя было ожидать от нее? Если она в трусах сфотографировалась, нет в этом ничего такого. Конечно, такие фотосессии популяризируют фигурное катание. Пусть Медведева делает то, что ей нравится», подчеркнула наставница.